женщины. Поздравляю вас с этим замечательным весенним праздником, Международным женским днем 8 марта. Этот день несет в себе мир, нежность и красоту. Ведь самое дорогое, что есть в нашей жизни, это счастье, радость, надежда и любовь, которые дарят нам женщины. В этот праздничный день примите мои искренние поздравления за то, что вы дарите нам доброту, любовь, надежду, веру, любить и быть любимыми. Желаю вам и вашим близким прежде всего здоровья, семейного благополучия, счастья, добра и любви. Оставайтесь такими же красивыми и жизнерадостными. С праздником вас, дорогие женщины! Дорогие, милые женщины, от всей души хочу поздравить вас с этим прекрасным весенним праздником, Международным женским днем. Желаю вам быть всегда счастливыми, здоровыми, любимыми и желанными. И пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям, всегда и во всем. С праздником! Уважаемые, дорогие женщины, от имени Совета села Дарма и от себя лично поздравляем вас весенним женским днем 8 марта. Пусть в этот день весенними лучами вам улыбнутся люди и цветы. И пусть всегда идет по жизни с вами любовь, здоровье, счастье и мечты. С праздником! Сегодня праздник самый светлый, щебечут птицы по дворам. Все гости празднично одеты, 8 марта праздник мам. Мы поздравляем мам, сестричек, любимых бабушек своих и, конечно же, девчонок, подружек наших дорогих.